Вы готовы платить за эту дорогую вещь, имя которой суверенитет и независимость? Глава государства почему? Независимость – это условие для сохранения нации, возможность определять свое будущее. И это мы право никому отдать не должны. Обсуждение послания президента белорусскому народу – ключевая тема встречи. Именно с его просмотра начала работу диалоговая площадка. Все три вопроса, о которых говорил глава государства, очень важны, отмечают спикеры. Члены Палаты представителей Национального собрания Беларуси Союза женщин. Послание было у президента четкое, конкретное, хорошо расставлены позиции, атмосфера была достаточно твердая. И понятно было хорошо по вопросам, которые задавались в зале, что политика нашего государства остается социально ориентированным. Это очень важно для нас, как для мам, для жен, для бабушек, для женщин, потому что мы только и говорим о крепкой семье, как о крепкой державе. Сделали акценты на новых обязанностях сотрудников МЧС. Теперь не только пожары тушить будут. В случае конфликта или военных действий они станут защищать страну наравне с армией. Новая конституция – еще одно направление, которое обсуждали на диалоговой площадке. Накануне такого важного политического исторического мероприятия, как конституционный референдум, проходит очень активный, очень конструктивный диалог, в который включены абсолютно все категории населения. Новый проект Конституции, он действительно несет такие позитивные посылы для всего общества, для всех категорий граждан. Очень важно то, что в нем усиливается социальный блок, а также закрепляются наши духовные ценности, которые так важны для всех белорусского народа. В рамках информационного дня в Брестском областном управлении МЧС с коллегами мы проводим работу по изменению в Конституцию Республики Беларусь, по вопросам обеспечения безопасности в период проведения референдума 27 февраля текущего года. Ну и также хочу до коллег довести информацию, которой основательно сейчас занимается Генеральная прокуратура Республики Беларусь, про геноцид белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Аналогичные мероприятия мы провели во всех городских и районных отделах по чрезвычайным ситуациям Брестской области и с аппаратом управления, подразделениями при областном управлении. Мы уже второй раз проводим аналогичную работу. Напомним, референдум проведут уже совсем скоро, буквально через 10 дней. Диалоговые площадки будут продолжаться вплоть до 27 февраля.